Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Юрский мир. Ну что, попробуем? Да, попробовали и зарабатываем возможные призы. Крутим. Кто нам выпадет здесь? Все легенды, ребята, все легенды, и это птеродактиль. Интересно, хорош ли этот летун, а? Как ты думаешь? Я думаю, хорош. Так, 150, в наличии 8, у меня не хватит, ребята. У меня всего лишь 164 очка доверий. Мало. Так, здесь у нас топижара уже готов. Мы его забрасываем. Так, нужен еще один, да? И тогда у нас будет топижара 40-го максимального уровня. Так, секунду. Давай-ка мы с тобой... Кстати, диплодок, да? Через 36 минут тоже у нас появится. Но нам нужен топижара. Блин, птеродактиля можно было бы, конечно, вывести. Легенда все-таки, ребят. Но я представляю, там будет, наверное, 3 или 4 дня выводиться. Где топижара? Вот он. 670 дынка мы вливаем. Окей, пускай выводится. Так, ребят, ну что? Давай вспомним по заданиям. Используйте в сражении 3 разных класса животных. Водные. Первого ранга, может быть, разряда, может быть, уровня. Не пойму. Супер ДНК, это все понятно. Так, купить и разместить еще одну солнечную станцию. Она у нас сделается. А здесь диплодок нам нужен, да? Мы поэтому и ждем. 36 минут надо еще будет потерпеть. Ну, а пока пойдем в схватки. Зарабатывайте моды в бесплатных боях. Здесь, кстати, деньги можно заработать. Кстати, у меня денег очень мало осталось. 282 тысячи всего лишь. И они пришли с болот. Но здесь, наверное, будет жесть. 5 поединков. Нам нужно с тобой, наверное, как-то вот этот вот выполнить. Трындец просто. Скафагнат. Ну, против скафагната мы возьмем с тобой стегу, да? Против этого летуна тоже нужен что-то типа стеги, анкилозавр, но он, наверное, не справится с ним. А я все равно возьму. И, ко всему прочему, я, наверное, возьму здесь... Слушай, а мы же можем взять вот этого. Точно. 10 уровня, я думаю, что он порвет этих летунов. И хищника мы возьмем велоцираптора против гигацефала. Поехали, друзья мои. Хорошо, что у меня еще остались очки доверия, иначе мы здесь не смогли бы поучаствовать. Ну что, эпический бой начался. Взять бонус. Давай возьмем бонус. Так, что он будет делать? Менять? Мне кажется, будет менять сейчас. Нет, две атаки. Он сделал две атаки. Ну что, ребят, наверное, мы его сейчас вынесем, да? Раз, два, три. Прощай, скафагнат. Вырубили мы его. Пеликаней Птерикс. 96 к урону, ребята. Забомбит? Нет. А вот мы его, скорее всего, тоже не сможем. Но я все равно проведу атаку. Хотя нет, вырубаем мы его. 731 дамаг. Ну и здесь выходит травоядник. Гиганоцефал. Ну, он меня здесь, конечно, порвет. Здесь-то, конечно, он молодец. Ну что, берем велоцираптора. Хотя можно было бы, наверное... Нет, все-таки велоцираптор надо брать. Раз, два, три. Ему крышка пох... он взял защиту, друзья мои. Слушай, по-моему, он нас сейчас вырубит. Он все в атаку вольет. Тогда мы тоже с тобой будем атаковать по полной программе. И, я надеюсь, вырубим его. Да, там за 700 с лишним у нас урон. 1158. Ну что же. Блин, какой ты ужасный, а. Страшный такой, блин. С этими когтями еще. Ладно, это был только первый поединок. Как ты понимаешь.
Берем с тобой немножко ДНК. Так, и двигаемся дальше. Супранотитан, Велосираптор и Тропиогоптер. Вы, блин, сейчас издеваетесь надо мной, а? Против хищников, ну тут, ребята, понятное дело, нужно брать Нундазуха. Да, Нундазух тут один, конечно. Нет, я, конечно, могу взять еще Тирекса. А вот против этого взять и некого. $3, всего лишь $3. Кто нам поможет против него? Анкилозавр? Чё-то я как-то сомневаюсь, что Анки нам здесь поможет. Но выбора нету. Поехали. Друзья мои, будем драться до последнего. Но там же еще один поединок впереди. А там 100% еще будет хуже. Супранотитан, офигеть. Тут даже мой Нундазух, ребята, просто в сторонке тихо стоит и молчит. Как быть-то? Две атаки, если он сделает, а мне крышка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Он будет атаковать, 100% будет бомбить по мне. Ну да. Да, тиранозавр, тут нам с тобой уже не до шуток. Ну что, две атаки наносим тогда ему. 26 хп, чуть-чуть нам не хватило. Ладно, он сейчас уничтожит мне тиранозавра, это понятное дело. Нундазух уже добьет его. А вот что мы будем делать с велосираптором, ума не приложу. Сделаю так. Ну все, тебе крышка, парень. Так, велосираптор появляется. Так, 134 атаки. А он сейчас все в атаку вольет, ребята. И крышка мне. А, извини меня, этот ничего не сделает. С 35 атаками. С 35 атаками, ребята, это бесполезняк. 702 хпшки. Не, ребята, фейлимся мы здесь, к сожалению. Так ты посмотри, кто у него, какие прокачки идут. Как тут? Тут ты хочешь, не хочешь, ребята, в любом случае не сможешь его победить. У меня нет гибридов, во-первых, таких мощных. Кто-то, кстати, спрашивал, откуда ты взял вот этого Альфа-Омегу, или как его там. Ребята, он дается, когда ты зарабатываешь 29 уровень, он автоматически открывается. Так что имейте в виду. Тут 29 минут еще нам ждать. На события пойти. Зарабатывайте моды. Что за моды? Начнем тренировку с обычными модами. Чтобы модифицировать существо, нажмите на него, а затем на мод. Так, велосираптор. Кровожадность. Модифицированные существа усиливают команду в бою. Старт. Давай посмотрим. Так, велосираптор против спинозавра. Мода улучшает боевые параметры и способности ваших существ. Кровожадность активировалась, да? Ох, ничего себе. Так я его сразу ушатаю. На-ка. Нехиленько, я тебе скажу. Блин, у меня, смотри, велосираптор всего лишь 20 уровня. А у него там прокачанный, по-моему, до 40 или до 30. Вот как мне там драться? Так, давай второй поединок. С помощью модов ваши создания могут стать устойчивее к атакам. Чтобы модифицировать существо, нажмите на него, а затем на мод. Стегозавр плюс закалка. Чтобы узнать о моде больше, нажмите на него и удерживайте. Против Галимима. Хорошо, давай посмотрим. Так, у нас 116 атаки. Нажмите на значок существа, чтобы посмотреть его моды или изменить его место в команде. Моды отличаются по своему назначению и эффектам. Мод вашего существа увеличивает его ОЗ. Опа, 546 хп.
Ну что, тут либо атаку. Давай бонус возьмем. Дополнительный. Так. Он две атаки будет делать. Ладно, это мы переживем. А вот теперь нам придется, ребята, его бомбить. Раз, два, три. Ему крышка. Давай стегу. Вот так вот, Галимим. Галимим этот отдыхает. Так, это идет у нас обучение с тобой, да? Именно по использованию модов. В принципе, я ничего против не имею. Третий поединок. Моды улучшают боевые параметры и способности ваших существ. Чтобы модифицировать существо, нажмите на него, а затем на мод. Так, кровожадность. И вот так вот. Старт. У нас два хищника с тобой. Против кого тут у нас? Против летуна, ну как-то... Так, хотя спинозавр сейчас свирепость, а кровожадность усиливается. 123. Тут закалка. Битва. Если он сделает две атаки, я думаю, мы выживем, да? Ну сколько он? 200 может нанести? 250 где-то урона. Ах, вот ты как делаешь. Так, друзья мои, 100% он взял себе одну защиту. Блин, не пробьем. Или пробьем? Нет. 96 хп у него еще остается. Смотрим, что он будет делать дальше. Ничего. Тогда крышка тебе, парень. А это у нас кто? Тропиогнат. Окей. 69 к атаке у него. Но я все сливаю в атаку, друзья. И крышка ему. Ну, поверь мне, поначалу все делается специально, ребята. Облегчает нам прохождение, а потом такую задницу устраивает, что мама не горюй. Так что переходим на четвертый поединок. Битва. Диметродон. У меня такого нет, ребята. Это уже они сами мне его дали. Против летуна. Угу. Моды улучшают боевые параметры и способности ваших существ. Это я уже понял. Отвлечение? А что такое? Оу, мы ему понизили. Мы ему, ребята, понизили атаку. Вот что значит отвлечение. Так, он решил все-таки атаковать. Хм. Ну что, попробуем слить полностью. Твою. А, ты посмотри. 38 хп у него остается. Ну даже если он сделает... А, если он сделает две атаки, по-моему, мы, ребята, сфейлимся сейчас. Да. Придется переигрывать. Ну что ты, Диметродон. Сфейлился, как я не знаю кто. Хотя я тут сам виноват. Надо было все-таки одну блокировочку поставить, и все было бы хорошо. Так, этот мод ослабляет противника. Отвлечение. Да я уже понял. И всего лишь на 38, ребята, атаки понизили мы ему. Так, я беру здесь бонус. Он сейчас будет наносить атаку, так? Ничего. А если я так сделаю? В защиту встал. Так, это мы переживем с тобой в любом случае. Ах ты, жук ты навозный. Раз, два, три. Еще бонус возьму. Так. Ну что, ребята, после этого будем атаковать. Или не будем? Я думаю, будем. Все сливаю в атаку, ребят. Так, ему не крышка, да? А крышка, все. Все, все, запинали мы его. И остается последний поединок. Сейчас посмотрим, ребята, что нам сулит. Используйте разные сочетания модов и существ, чтобы собрать лучшую команду. Чтобы собрать лучшую команду.
Так, у нас летающие против водных. Так, ну сюда. А как вот, например, поменять местами? Никак? Никак. То есть моды я не могу поменять местами. Вот как они идут, так они и идут. А теперь посмотрим, чему вы научились. Кровожадность. 414, не кисло. Тут закалка идет. Берем бонус. Я думаю, нет смысла ему менять на другого. На другую рептилию. Вот так вот. Все, по-моему, сейчас крышка ему. Этому микропозавру. Что бы он тут ни сделал, все равно он... Да, три атаки. Опа, мы на грани были, ребята. На грани фола. Ну что, ему достаточно здесь две атаки нанести. Плюс так и бонус. Пока. 133 к урону. У нас защиты 3, так что он сейчас... Смотри-ка, он ничего не стал делать, а? Тогда в атаку. Все в атаку, ребят. Пока. А вот этот уже меня бомбанет. Потому что я остался без защиты. А он 6 очков. О-о-о. Он потратит 1 очко действий. А вот теперь наша, ребята, возможность. 338. Ну-ка, проверим. Ты серьезно, блин? Так, ну в любом случае у нас с тобой 708 хп. Упс. Упс. Беда, ребята. Ну что же. Дело за малым. Дело за малым. Отвлечение. Понижаем ему атаку. Слушай, а мне в любом случае никак его не пробить будет. Давай вот так вот попробуем. Так, что он будет делать? Он, ребята, либо в защиту все поставил, либо в половину в атаку, половину в защиту. Тут как-то надо... Я рискну. Я рискну, друзья мои. Ой-ой-ой-ой-ой. И сейчас он... Если 5 к атаке, все, нам крышка. Вот вонючка, а. Хорошо, что это пока бесплатные бои. Как ты понимаешь, мы за это ничего не тратим. Просто это идет обучение у нас. Да, я понял, понял. Модификаторы, все это и так ясно. Старт. Сейчас мы его ушатаем. С этим очень долго тут волокиту тянули. Давай посмотрим, чему я научился. Кровожадность. Закалка. Все? Берем бонус. Что ты там шипишь мне? Окей. Так, две атаки, ребята, прописываем. Я думаю, что этого достаточно будет. И возьмем бонус. Готов. Так. Сарказух. Неужели все в атаку сольет? Точно. Как ты меня бесишь, а? Отвлечение. Понижаем атаку на 40 очей. Не, ребят, надо бомбить его сразу же. Или как? Подожди. Раз, два. Раз. Раз. Вот так вот сделаем. Бонусы у тебя, да? Нет, нет никаких бонусов. Он не стал даже атаковать. Это наш шанс, ребят. Как сделать-то? Давай так, наверное. Угу. Готов, парень. Прянозух. Отвлечение.
Все, сейчас распетрушит. Но ему придется сливать все. А, 5 ему достаточно, что ли? Ну, а теперь мы, ребята, у нас 338 урону. Прощай, хлопчик. На 2160 урона нанесли. Замечательно. Ну что, прошли мы с тобой обучение модами. Очень, конечно, хорошо, но моды, я так понимаю, будут не только у меня. Будут и у противников. Кровожадность. Единственное, так повышает показатель атаки всей команды на 10%. Снижает показатель атаки всех вражеских существ на 10%. И 200 долларов. Вот так. 30 очков доверий. Поздравляем. Вы открыли новые события с модами. Спасибо. И теперь мы можем здесь поиграть. Так, они пришли из болот. Давай посмотрим. Кулазух. Ну, против кулазуха можно, в принципе, выпустить. Блин, наверное, титан один не справится. Возьмем топижару. Ценники 50 тысяч за поединок, 100 тысяч за поединок. Да вы что, совсем что ли брякнулись? Бонус, конечно же. Они пришли из болот. То есть тут будут все амфибии, да? И ведь не постеснялся же бомбануть, а? Ушастый. Иди отсюда. Так, он прикрылся, да? Но это ему не поможет. Все, ребята, с этим мы справились. Еще два поединка. Два поединка, сейчас посмотрим, кого нам там дадут. Ох, ё-моё, тут еще четыре поединка. Нундазух и Метриоринг. Круто. Просто, ребята, круто. Ладно, возьмем так. Берем с тобой Аэротитана. Так, подожди. Топижара, Аэротитан. Назовут же так Аэротитан. И здесь. Здесь надо взять либо травоядное, да? Либо кулазуха. Беда какая-то у меня с летунами. Вот конкретная беда, ребят. Надо выводить легенды к бою. Джунгариптора взять. Возьмем кулазуха все-таки. А, вот и тут закрыто все, ребят. Какой там кулазух? Там же только два противничка, да? Ладно, попробуем Нундазуха с тобой как-то одолеть. Берем бонус. Неужели будет атаковать, а? Надо вы... Смотри, вот не боится ничего, ребят, вообще. Раз, два. Этого ему достаточно. Плюс возьмем защиту. Так, ну этого все, этого ушатали мы. Пипец. Ну как так-то? Неужели две атаки? Ну, выживем мы еще здесь. Он, короче, сливает все полностью. Ладно. Давай, уничтожаем его, короче. И ждем Метриоринха. Вот он вышел. 63 у него урона. И ничего не стал делать. Попробуем раскусить его. Да. Получается. Фух. Ну, ты не забывай, что у нас события, они пришли с болот. Соответственно, здесь будут все рептилии. Здесь не будет хищников или еще какой-нибудь. Только вот эти вот рептилоиды. И денег у нас 188 тысяч. Ну вот как, ребята, вот с ними здесь драться? Ну ты посмотри, ну они, блин, 571 хп, 608 хп. Ну вы серьезно, что ли, а? Ну, это по 20 бакинских мне все время вот так вот
забирать. Эры Титан, вот что вот он сделает здесь? Я не знаю, ребят, что он тут вообще может сделать. Топижара, Эры Титана и... Че, ну надо Зуха возвращать. И 50 тысяч еще сверху ты выкидываешь просто в никуда, блин. Так, ладно, 571 хп у этого гаденыша. 89 к атаке, я возьму бонус. Он сейчас две атаки 100% мне пропишет. Да ладно. Неужели он взял защиту? Попробуем так. Угу. Хорошо, что я не стал его атаковать. Так, он опять что-то, ребята, скирдует. Давай так попробуем. А, все, тогда тебе крышка, парень. Тогда тебе крышка. Два очка он слил. Раз, два, три, четыре. И вот так. А, нет, ребят, он выживет. Блин, как? Я же смотрю здесь, ребята, по атаке. Вот здесь вот, когда набираешь, атака показывается, да ведь? Упс, упс. Ну, гаденыш, а. Так, Эры Титан готов? Полностью, полностью в атаку все. Все, доигрался. Ну что же, здесь мы с тобой тоже прошли. Ну, по 20 бакинских сливать, это трындец. Еще сколько? Три события, да? Три драки у нас впереди. Две. Прианозух и Димитродон. Так, а это хищник. О-оу. Хм. Это хищник. А если я возьму, например, Метриакантозавра, справится он с ним? В принципе, как бы должен. Ну, по логике вещей должен же справиться. Трицератопса взять, что ли, а? Или Кулазуха возьмем. Давай Кулазуха, наверное, тут. Мне главное, чтобы Топижара меня не подвел здесь. Если Топижара обделается, нас тут разнесут в пух и прах. 89 к урону. Берем. Берем бонус. Так, две атаки 100% сейчас нанесет. Ох, сменил, ё-моё. Звезданет, ребята, все-таки. Обалденно. Так, ну что, проверим нашу мощь. Ему крышка этому шитику. Так, а вот теперь выходит 266. То есть ему достаточно 2 атаки нанести. То есть он все сливает, а мы уже потом его добиваем. Получается так. Или не получается? Хм, интересно. Интересно. Ладно, я рискну. Так, ну сколько там? 400 у него? А, все. Все, ребят. Я думал, что будет 400 с копейками, но... Круто, Топижара справился. И остается последний поединок. Они вернулись из болот, блин. Сейчас смотри, кого нам дадут. Ну-ка. Слушай-ка, они такие уж и мощные. Ну, Дозух и Метриоринг. То есть старая команда. По-моему, первая такая была, да, у нас? Ладно, я возьму Топижару. И можно, в принципе, взять Нондазуха. Но мне кажется, лучше взять Эры Титана. Ну и для подстраховки возьмем, например, Трицератопса.
Очень, ребята, быстро деньги кончились. Практически от 200 тысяч, которые у меня были, ничего не осталось. Так, ну что, ну дозух первый. Я думаю, мы выдержим две атаки по 48 урона, да? Ну сколько он, соточку отнимет? У нас максимальная, да? Не дурак. Так, одну взял в защиту, 100% тебе говорю. Поэтому атакуем. О, тогда тем более крышка. Но Метриоринг сейчас будет, ребята, иметь 4 атаки. 3. Все сольет. Если он все сольет, все, он дурачок, ребят. Ему крышка. Ну что, Аэротитан, давай. Выходим. Гасим этого Метриоринха. Есть. Ну что, друзья мои, победа. Наш Аэротитан не зря радуется. В принципе, я тоже рад этому. И мы забираем с тобой награды. Надо только посмотреть, что нам здесь достанется. Так, деньги, еда, кольцевой картодром и суперзавр. Это, друзья мои, новое. Супер редкий. Нифига себе, 650 очков доверий. Круто. Так, у нас здесь еще только редкие, только редкие. А редкие у меня все закрыты, да? Так, смотри. Карнотавр, ну, в принципе, против него можно взять Пирораптора. А против Топижары Диплодок. Вот, в принципе, и все. Поехали. Ну, ты понимаешь, да? Монеты нам нужны, поэтому... Так, а по атаке-то мы, ребята, практически одинаковые. Возьму бонус. Надеюсь, он не будет топижару этого брать. Две атаки. Он меня не добил, а мы-то его сейчас добьем, поверь мне. Иди отсюда, карнотавр. Ну, топижара, естественно, добьет нас. Он будет тратить всего лишь одну атаку. И у него останется один бонус. Но я думаю, что диплодок справится. С топижарой он справится, должен. 93. Если он взял защиту, он в любом случае нас не пробьет, так ведь? О, все, поплыл. По щам получил. Такая плюха, да? На такой шее. Мало не покажется. Да, друзья мои, здесь мы разобрались. И еще, по-моему, там один поединок должен быть. Ну, видишь, тут схватка только редких. Два поединка. Так, два хищника. Да, здесь бы, конечно, бы нам вернуть Нундазуха. И Кулазуха. И мы их порвем. Несмотря на то, что у них там редкие хищники, у них, ты видишь, балансик минус. 435 хп. Воу-воу-воу, 435 хп — это много. Монолафозавр. Че, он промолчал, что ли? Нет, он атакует. 130 нахлобучил, друзья мои. Это последнее, что он сделал. Раз, два. Так, погоди-ка. А хватит ли мне его добить? Хватило. Ну что, Пирораптор выходит. 58 атаки у него. Сольемся. Ну, Кулазух, друзья мои, Кулазух уже добьет его. Сколько у него? 102 атаки, 3 очков действий. Прощай, родной. Мы по тебе даже не всплакнем. И остается последний бой. И получим с тобой финансы. Так, ДНК. Это все хорошо, ребята. Погнали. Каритозавр плюс Пирораптор. Опять тут хищник. Значит, против него возьмем Нундазуха. А против... Хищник нужен, нужен хороший хищник. А где у меня хороший хищник? Скажи мне на милость, а? Это что ли? Это не хищник, это фигня. Пирораптора только остается брать. Блин. Вот тут я уже не знаю, ребят. Тут я уже как-то сомневаюсь.
Я беру чисто по классам, по бонусам классовым, ребят. Смотри, пирораптор 56 к атаке. Если он даже мне нанесет 2, да, ну, отнимет там 110-120, к примеру. Меняет. И еще и атакует. И ведь не побоялся, да? А ты в курсе, что так, 75 плюс 75. Фигня получается. Вот так мы с тобой лучше сделаем. Ага. Естественно, ему придется менять противника, и у него останется всего лишь одна атака. Уж как-нибудь это я переживу. Это уж я как-нибудь переживу. Так, ну да звук. Меняем, да, ребят, меняем. И все, в атаку сливаем. Фак! Какого лешего? Как так можно было, ребята, обделаться? А? Скажи-ка мне на милость. Как? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас смотрим, ребята, что у нас вот здесь получится. Я взял 3 защиты. Проверка на прочность. Вот куда он все остальное, ребята, втюхал? Я не знаю, я буду пытаться делать так. Я! Есть! Фух. Я уже думал, сейчас защиту поставит, потом как контратаку мне влепит и все. Нет, мы здесь все-таки обдурили. Монеточки, давай. Вы мне здесь очень нужны. И очки доверия. Фу. Так, что у нас еще по событиям, ребят? События с редкими модами. Настало время провести пару экспериментов с редкими модами. Эти моды сильнее, чем те, что были раньше. Мощные моды бывают нестабильны, используй их с умом. Берсерк. Что это за мод такой, ребята, а? Берсерк. Воу. Так, давай-ка возьмем бонус. Так, так, так. Ты, он не стал мне бить. А я пропишу. Все, пока. Не захотел атаковать, значит, ребята, получи, как говорится, по шеям. Так, давай смотреть следующий поединок. Кто нам там достанется? То есть моды, это, конечно, хорошо все, но надо действительно их с умом. Модами, которые усиливают несколько существ, может обладать любое ваше существо. Единство плюс берсерк. То есть тут как ни крути, друзья мои. Сейчас будет усиление на всех по 10%, да, получается. Прибавка, конечно, не очень хорошая. Если он сделает 2 атаки, мы выживем. Поэтому давай так сделаем. Он не стал тратить. Он не стал тратить, друзья мои. А если я ему пропишу 77-140? Блин. Давай вот так я сделаю. Ты смотри-ка, не стал защиту ставить. Да хорош. Короче, я поехал в бой. Что, вот, блин, специально, что ли, так, да, делается? Ну, сейчас крышка мне. Сколько ему нужно нанести? Раз, два, три, четыре, четыре. Три. Три ему достаточно, да, чтобы нас вырубить. А как я буду против этого-то драться, скажи-ка мне на милость. Берсерк. Достаточно, наверное, вот так вот. Фак, да какого лешего у него защита, оказывается. Все, по-моему, приплыли, друзья мои.
Он сейчас, естественно... Да что ж ты будешь делать? Что он там вот сейчас замутил, а? Раз, два, три. Раз, два. Пипец. Давай, набери еще бонусов. О, все. Крышка нам. Как я должен вот против этого буду драться, ребята, если у нас... Если у нас офигенный, как говорится, пониженный урон идет по хищникам. Как я должен трицератопсами здесь выигрывать? Я вот до сих пор не могу понять. Кот, кот, кот. До кодов сейчас, да? Какая-то тут... Ой, подожди, подожди, подожди. Какая-то тут немножко странная тактика, если честно, идет. Для меня немножко непонятная. Но берсерк, предположим. Тут еще единство, да? Беру бонус. Так, что ты там будешь делать? Ничего он не стал делать, да? Возьму все в бонус. Ты издеваешься, что ли, надо мной? Эй, эй! И смотри, как будто он знает, что я делаю, ребята. Сразу влепляет 4 атаки. Ну как такое может быть, а? 249 хп, да, у него? И вот этот, естественно, пирораптор меня сейчас тут завалит. Хотя нет, ребята, не завалит. Ну, у меня 35 к урону. Все, короче, сливаем и смотрим. Все, победа. Фух. Трэш какой-то. Да опять этот кот, а? Так, подождите. Давай, Оуэн. Все, справился, молодец. Тут забрать. Угу. Купить и разместить. Подожди-ка, а разве мы используем в сражении 3 разных класса животных? Солнечную станцию. Что ее как-то завершить? $97. Зачем ты это сделал мне? Я хотел вот так вот. Задание выполнено. Забираем награды. Ток пошел. В башне есть свет. Что с Масрани? Движение в башне есть? Спускается по лестнице. Слава богу. Лоури, на всякий случай отправь зеленую и золотую команду спасателей ко входу в башню. Клэр, уберите от меня спасателей, я в порядке. Это их работа. Кстати, Лоури, нужно попасть на крышу, надо понять, что блокирует сигнал. Серьезно? Лифт-то не работает, придется спускать его на крышу снаружи. Это как? У нас ведь есть борт номер 1, забыли? А у меня есть лицензия пилота. Соберите доход с солнечной станции с бонусом 10 или выше, получите набор карточек. Угу. С бонусом 10 или выше. А у меня бонусы-то здесь и не идут никакие, к сожалению. Так, соберем монетки с тобой. Так, что это мы тут? Ага, получите набор карточек. Смотрим рекламу, ребят. Итак, $30, еда, опять доллары, это хорошо. Ну, естественно, выполненное задание. Так, бесплатно. Задание выполнено. Забираем. Шевелитесь, Лоури, мы взлетаем. Вы видите ровно, а об остальном я позабочусь. Вам не стоит сейчас подниматься в воздух. Это почему? Это похоже на геомагнитную бурю. Могут отключиться приборы. А могут и двигатели. Так, стоп. Если Барри прав, лететь слишком опасно. Этот вариант отпадает. Время для еще одной схватки. Думаю, тебе понравится сюрприз, который я тебе приготовил. Конечно, понравится. Особенно, когда я его уже выполнил.
Все? Больше... Ребят, 31 уровень корячится у нас. Так, это у нас созрел диплодок. Так, помещаем. И скрещиваем. Старт. Результатик. Ну, как всегда, да? Эволюция не завершена. Не хватило нам чуть-чуть. Ну что же. Забираем. И скрещиваем, ребята, еще двоих диплодуков. Ну, вначале здесь. Опять кот. Опять кот, ребята, загорелся там. Ай-яй-яй. У меня долларов-то не так много, эй. Чего творите-то, ребят? Не, давай все. Пипец. Вы издеваетесь сейчас? 30 баксов нет у меня. Так, все прошло хорошо, говорит Оуэн. Так, а мы с тобой не закончили что? С модами, да? Битва. Некоторые моды созданы, чтобы помочь вам прорвать оборону противника. Пронзающий укус. В принципе, ребята, я этого сосунка и так смогу пробить. А, то есть он будет в защите, а мы ее пробьем, что ли? Ну, проверим, сейчас мод сработает, мы посмотрим. Слушай, ну я не знаю, маловато пока еще, да? Хотя... Давай я так сделаю. Тоже защиту ставил. Так, ну и бонус, естественно, берет. Ну что, все, пробиваем его. На, голубчик. Наш слабенький майонгозавр, естественно, справился с трицератопсом. И последний бой. Используйте разные сочетания модов и существ, чтобы собрать лучшую команду. Ну, здесь понятно, топижара идет. Тут. Тут критозавр плюс вот так вот. Пронзающий укус. Даже если атака вашего существа заблокирована, она наносит 40% урона. Угу. Делаем так. Единство и берсерк. Как-то вот таким вот образом. Слушай, ну моды это, конечно, круто. Берем бонус. Так, а он, наверное, вот этого поменяет, мне кажется. Травоядника. Ну, естественно. 134. Парень, ты не припухли случаем, а? Что, если я тебе сейчас по мозгам дам, а? А я дам. Защита, ребята. А, 40% уже, точно, я забыл. 40% урона наносим. Ну, кулазук-то сейчас тут отыграется на мне. А он не пробьет, друзья мои. Ему не хватит. Не хватит. Так, берем с тобой топижару. И наносим урон. Ага. Ага. Пронзающий укус. Ход противника. Не-не-не, не получится у тебя. Хе-хе-хе-хе. Все, парень, адьюз, как говорится, амиго. Мы его шваркаем. Не поможет тебе это все. Да как так-то? 40% же должно было сработать, ребята. Пробитие блока. Я на это рассчитывал, если честно. Он меняет. Берет аллозавра. Терпимо. Аллозавр, это хищник. Вырубаем этого хищника, короче. Не вырубаем. Пока не вырубаем. Что он будет делать? Две атаки.
Ну что, надо пробивать его. Раз, два. Раз, раз. Ты серьезно? Ты, блин, сейчас серьезно, гаденыш? По-моему, нам крышка, ребята, светит. Дай-ка я нафиг поменяю. Берсерк. Погнали. Все, вырубили. Так, а вот теперь Кулазух выходит. 102 атаки. Наверняка бонус еще взял, да? Конечно. Так, ему достаточно сделать 2 атаки мне. Или 3. 4. Так, ребята, надеемся, 8 урона-то мы ему нанесем. Конечно, нанесем. Пока. Все, ребят, Кулазух отдуплился. Запрыгал, запрыгал, заелозил. Как этот червяк на сковородке. И остается последний у нас поединок. А, все? Пронзающий укус. Угу. Так, увеличит показатель. Отключает мод вражеского существа. И $200 в плюс. Прикинь, отключает мод вражеского существа. А, так тут 4 фазы. Вот оно что. Теперь, когда вы испытали редкие моды, я хочу посмотреть, как вы справитесь с супер редкими. Эти моды еще сильнее, чем все предыдущие. Некоторые моды обладают эффектами, которые длятся несколько ходов. Кровотечение. Интересно. Кровотечение, ребята, я так понимаю, если мы укусим его, да, он будет истекать кровью не один ход. Ну что, проверим? А тут ему крышка сразу же, тут даже проверять не стоит. Хотя нет, подожди, какая крышка, у него хп сколько? А что-то кровотечение... А, вот оно как. Вот оно как работает. Ну что ты сделаешь мне? Фигня это полная. Ребята, бомбим. Все, он труп. Короче, про кровотечение я понял. Срабатывает он, правда, после моего хода, а не во время его. Или не перед моим ходом, а после именно. Так что это тоже нужно учитывать. Так, едем дальше. С помощью определенных модов можно обхитрить противника и выбить его из колеи. Анкилодок, ничего себе. Так, воровство какое-то. Что это еще за воровство, ребят? Как мы его можем... сбить. Ваше существо обладает модом воровство. Оно позволяет вам украсть мод у противника. Серьезно? Вот это вот? Опа. Слушай, ну это имбово. Это очень имбово, друзья. Так, что он будет делать? Ничего. Так, потерпим. Я не сомневался, что ты так сделаешь. Он копит. Друзья мои, он что-то копит. Поехали атаковать. На 4000 урона нанесли. Даже если бы он выжил, мы бы еще соточку в конце бы ему припечатали. Именно соточку к урону. Круто, что я тебе могу сказать по этому поводу. Так, еще. Еще двигаемся дальше, ребят. Последний поединок. Чтобы грамотно использовать мощные моды, требуется мастерство и стратегия. Так, ну здесь Капразух. Блин. Ладно, сделаем так. Заряд адреналина. Что он делает? Дает 1 очко действий за каждое павшее существо в команде. 1 очко действий за каждого павшего. Ну, Капразух справится с Традоном с этим.
Вот мне кажется, надо сюда так сделать, а сюда... Подожди, да чтоб тебя. Ты издеваешься сейчас? Так и вот так сделаем. А зачем вот... Что? А, вот так еще. А зачем мне дали майонгозавра в конце, самого слабенького, я не понимаю. Может быть, как жертву его сюда надо было вписывать? Посмотри, как выглядит капразух. Офигеть. А что он там сделал? Воу-воу-воу. Он, ребят, активирует еще и моды себе. Обалдеть. Ну что, я беру бонус. Я надеюсь, он не будет брать вот этого ханорика меня сейчас. Травоядного, точнее вот этого. Ёк-макарёк. Поменял, да? Чё, нам только Тирекса если брать с тобой. Две атаки нанести. Поехали. Угу. Кровотечение будет срабатывать? 140, отлично. Так, ну что, две атаки будешь наносить? Одну? Вот так вот ты, значит, да? Раз, два. И бонус. В принципе, ребята, ему сейчас крышка, да? Троодон. Такой мелкий. Чем-то напоминает мне цыпленка. Упс, это не смешно было. Этот цыпленок показал, ребята, из чего он сделан. Ну что, влупляем. Ух. Парнишка, ты в курсе, что тебе кранты? Давай так сделаем. Все. Иди к чертовой бабушке. Лабиринтозавр, нифига он какой. Что ж ты будешь делать, а? Шитик. А вот дудки. Дудки. Ну что, друзья мои, фулл атака. Погнали. На-ка, получи. Как-то так, друзья, как-то так. Ну, капразу, конечно, выглядит круто. На полной прокачке. Не знаю, как он будет выглядеть при гибридном своем модификации. Но здесь он нормально смотрится. Так, набор. Заряд адреналина, кровотечение, воровство и еще 200 долларов. 80 очков доверий. Последний, ребята, у нас поединок. Вы отлично показали себя на моих испытательных боях. Пришло время показать вам легендарные моды. Они по праву считаются самыми сильными в мире юрского периода, так что используйте их с умом. Этот легендарный мод наносит урон всей вражеской команде. Токсин. Ё-моё. И что же это за... Все? То есть даже если они, ребята, не ходят, все равно получают урон, что ли, или как? Он делает закалку. Так, посмотрим. У всех закалка сработала. Но я-то понимаю, моды, они тратятся, ребята, да? Со временем. Ну что, атака? Что тут думать-то? Пумс. Токсин срабатывает. Ага, 260. И этот получил 260. Уф. Ребята, ну трицератопс тут вообще ничего не сделает мне. Прикинь, 780. Атаки 1277 урона. Тьфу ты, наоборот, точнее, атака 780 и 1277 хп. По идее, он должен отдуплиться же, да? Токсин его убьет. И этого сейчас... А, все, победа. Тоже какие-то маленькие крылышки у него тут. Такие перышки, ты видел? Были. Это легендарный мод у нас был. Так, следующая битва. Моды могут давать вашим существам мощные эффекты. Живучесть.
При получении смертельного урона существо выживает и сохраняет одно ОЗ. Даже так, выживает. Хм. А он делает кровожадность. Так, ну что? И там тоже кровожадность, да? Возьму бонус. Ох, сейчас влупит, да? Ох, сейчас влупит, друзья мои. На 583. Раз, два. Этого ему достаточно. И сделаем с тобой защиту. Так, он 100% взял себе доп очки. Нет. Ну, одну атаку мы переживем. А вот теперь... А вот теперь... Все в атаку. Крышка тебе, парень. Да, это был тираннозавр, ребята. И мы победили, как ни странно. Несмотря на то, что, ребята, игра очень старенькая. Вот эта вот, согласитесь, для того времени. И даже сейчас она выглядит очень даже круто. Покажите, что научились обращаться с модами. Победите в этом бою. Так. Диморфодон, Нодозавр и Саркозух. Этот первый уровень. Ну что, против летунов, естественно, пойдет травоядник. Это у нас Антарктопельта. Против пойдет Карнорептор. Ну и против водоплавающего пойдет тоже у нас рептилия. Ага, моды. Моды. Так, наверное, возьмем так. Здесь, скорее всего, да чтоб тебе. Здесь я хочу взять, наверное. Хотя, как мод убрать, вот. Возьмем живучий токсин. Возьмем. Здесь мы возьмем с тобой воровство. И возьму я несокрушимость какая-то. Устрашение. И возьму пронзающий укус. Так, в чем загвоздка? Надо правильно подобрать моды, да? Несокрушимость. А что это? Сколько? Единство. Ага. Неужели он будет этого гаденыша брать? Не уверен. Токсин. На 244 урона. Причем всем. О, Саркозух там, ребята, уже не жилец, так скажем. Ну, что ты дергаешься-то? Меняет. На кого? На Дозавр. Что, какой клон? Мой ход, друзья мои. Слушайте, ну тут, наверное, надо взять Карнораптора. Воровство. Стырили у чувачка, видите? А что это такое? Клон. Что за клон? Не пойму пока. Опа. А ну-ка. Припечатай-ка его. Готов, парень. Диморфодон. Вернулся. А, клон. Ребята, мы клонируем его... Его мод. То есть мы восстанавливаем, мы прибавляем себе здоровье. И, соответственно, так. Но это нам не помогло. Так, ну что, ребята, уничтожаем его. Ты бич. Да, с модами игра идет просто жесткая. Тут такие дамаги. Так, Син, ему крышка. Саркозух отдуплился. Классно. Мне понравилось. С модами, конечно, круто, ребят. Но моды, насколько я помню, они добываются и также тратятся. То есть это временные. Так, живучесть. При получении я понял. Так, токсин. Отлично. И живучесть. Плюс 200 долларов. 65 очков доверия.
Все события с модами завершены. Вольер Раптора. Поздравляем, теперь вы можете приобретать моды в вольере Рапторов, а также получать их за... бесплатно за другие события с модами. Вот оно. Добро пожаловать в новый вольер Рапторов, где вы можете получать моды. А теперь выберите Раптора и редкость и получите парочку новых модов. Ну, легендарную хочу, например. И что? Крутим. Чарли. Легендарные моды. И что нам выпадет? Да и пак вот этот вот. Токсин. Ну, неплохо, ребята. Токсин — это даже неплохо. Очень неплохо. Так, подожди, а что? У нас же тут... Подожди, а менять-то можно? Вначале крутанул, потом, блин... Так... Заменяет моды вашей команды модами вражескими. Ничего себе. Оу. А, слушайте, ребята, а в чем суть? Дельта, Блю, Чарли. Так, это наши моды. В чем приколюха вот этого всего? Я не пойму. А, смотри-ка, здесь можно за еду... Стоп. А здесь только за доллар почему-то у Чарли. Ну давай за ДНК. Короче, тут набираешь просто себе моды, а потом где-то дерешься. А, ну да, на поединках с модами. Ночной кошмар снижает показатель атаки всех вражеских существ на 45%. Почти наполовину, ребята. Не кисло, не кисло, я тебе скажу. Супер редкие моды. Заряд адреналина. Ну, я не знаю, ребят, это... Как-то, я не знаю, беспонтово, мне кажется. А тут вообще все за баксы почему-то. Все за баксы, абсолютно. Редкий, давай хотя бы... Что? А, все, понял. За еду тогда. Крутим. А вот это что такое перечеркнутое? Это отмена модов, что ли? Вот смотри. Отключает мод вражеского существа, да? Так и есть. В общем, друзья мои, я понял. Суть, как говорится. Опа. Опа. 16 тысяч, чтобы открыть, ребята, еще и Джаггернаута. Да, 16 тысяч нужно. Супер вот этих вот ДНК. Выполните задачи, чтобы открыть задание Валькирия. Ну, для этого нужно два босса, чтобы у тебя было. Так, блин, вот это вот все-таки как сделать? Три разных класса животных. Три разных класса животных. Че, я должен здесь, что ли, сразиться? За главный приз? Ну, подожди секунду, еще разок. В сражении. Слушай-ка, может быть, действительно попробуем сейчас с тобой в сражении сыграть? Битва. Так, я фиг знает, где нахожусь. Ну, например, схватка. Там написали, нужен кто? Там один водный, да, какой-то? Так, ладно, алангозавра возьмем. Стегозавра и... Кулазуха. Смотрим, кто здесь будет против нас. Угу. Летунок — это плохо. Так, алангозавр. Я думаю, тут не надо никому объяснять, да, что будет сейчас твориться. Я взял бонус. Но давай, девочка. Ходи. Больно. Больно было. Я тебе прощаю эту дерзость. Так, следующий выйдет летунок. Защиту поставим. На. Пошиячин получил. Так. Гацигаптирекс.
Что ты будешь делать, парень? Точнее, девчуля. Я тебя понял. Решил подкопить бонусы, но тебе это не поможет. И выходит трицератопс, который еще будет меньше атаку наносить. И в итоге тебе нужно полностью слить. Почти все свои атаки ты должен слить, парень. Почему парень? Девушка. Но он почему-то решил вот так вот втихушечку сделать. Ну что, Стега, давай немножко постебимся. Чуть-чуть буквально. Хлоп, и готово. По красоте. Ну, как-то так, ребята. Я надеюсь, задание я выполнил, которое от меня требовалось. Поздравляем, так. Выживший. Крутим. Блин, редкий убийца, выпал бы мне такой пак, а, ребят. Я ведь сейчас, как всегда, еду 1500, спасибо большое. Задание, покажи, выполнил я? Нет. Используйте в сражении 3 разных класса животных. Водные, я не знаю, что им еще здесь надо. Может быть, вот здесь вот водные? Не понимаю. Детеныш, мы с тобой на выжившем, да? И у нас вот такая вот награда будет. Так себе. Я доходил до охотника. Вот здесь вот я был. Меня, значит, сбросили все-таки, да? По рангу сбросили, а тут ускоритель эволюции. Ну, вот тут-то посолиднее наградки. Только дойти до туда еще надо. Фиг получится у тебя. Слушайте, ребята, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Я что-то не понимаю. Ведь 100% кто-то из вас, наверное, играл и знает, что нужно сделать. Потому что я не могу, ребят, забрать награду. Не могу открыть пак. Что вот здесь вот? 3 разных класса животных. Или здесь просто нужны животные? Может быть, я просто динозаврами дерусь? Или что? Иначе это задание у меня так и будет висеть до потери пульса. Все, вроде бы больше здесь ничего не сделать. Хотел вот это вот выиграть, но ты сам видишь, у нас фигня тут получается. Хотя у нас есть доллары, давай попробуем все-таки отомстить. Так, Супрано Титан. Ну, я думаю, что если мы выберем с тобой Тирекса, он должен здесь рвать и метать. Плюс вот так вот сделаем. И Эрликозавра возьмем. Поехали. Лишь бы все получилось. Ну что, я возьму, наверное, сразу же бонус. А он 2 атаки будет, наверное, наносить мне, или как? Ну да, не брезгует вообще ничем. Прикинь. Так, 1, 2 и 3. Пошел отсюда. Ну, а сейчас велоцираптор выйдет. И не будет весело нам здесь. Так, наверняка взял защиту, скорее всего. Ну, я не знаю, ребят, проверим сейчас мы его на прочность. Нет, ушатываем. Теперь гибридушка. Атака, конечно, обалденная. Трапеогоптер. 4 атаки. 2 потратит, 2 останется, да? Но у нас есть с тобой вот эта вот легендушка, которая, знаешь ли, шутить не будет. Все. Ушатали. Повезло, что у нас есть с тобой Эрликозавр. Ух, страшилка ты мой. Ну что, нам нужно еще с тобой сделать, да? Поединочек. Випку нужно, ребята, обязательно делать. На випке очень хорошая награда. Так, а здесь ёк-макарёк. Ёк-макарёк. Ну, здесь возвращаем Эрликозавра против
Диморфодона. А вот здесь-то как быть? Нундазухов, что ли, звать? Нет, ну я могу, в принципе... Ух ты, у него 22-26 уровня. Ё-моё. Если, блин, он поменяет, тогда будет плохо. Тирес наносит офигенный урон. Или велос... Нет, не хочу велосираптора брать. Блин, он до зуха, что ли, придется брать. Ох, сейчас тебе говорю, будет жесть. Он будет менять на Тирекса 100%. 100%. Смотри. Сейчас сразу поменяет. И с его бонусом, с офигенным, он столько мне влупит, смотри. 594, ёпарасоте. Это плохо. Нундазух, выручай. Друзья мои, выручай. Ты видишь, что происходит. Он меняет. Диморфодона берет. Как же мне здесь быть? Давай-ка я все в защиту, ребята, буду сливать пока. Он опять поменяет. Запарил же своими сменами. Ну вот как вот с ним драться, блин? Тираннозавра брать. Раз, два. И вот так вот. Давай попробуем. Блин, офигеть, неужели... Да. Хотел сказать, неужели припечатает? И припечатал. Так что я тут могу сделать? Уже все, ребят, тут уже... Финита ля комедия. 10 атаки нужно нанести. Или сколько? Вот смотри, раз. И то не пробью, прикинь. И их двое здесь. Да, ушатывает. Ну и что, и эта легенда даже меня не поможет, не спасет. Да нет, тут проиграли мы, ребят. Два Тирекса, блин, офигеть, блин. Причем 26 и 22 уровня, блин. Больно. Было больно, печально. И 80 долларов, даже 90 мы с тобой просто слили в унитаз. Пипец, блин. Просто пипец, блин. Ты посмотри, 940 тысяч. Кто тут с ними может справиться? Никто. Никто, ребята. Я попробую чуть попозже, наверное, уже за кадром. Все-таки, когда мои водяные, как говорится, отойдут от всей этой печали. Ну, дозух есть у меня? У меня диплокалус есть. Кулазух есть. А нундазуха... Нундазух, 700 долларов. Активируем. Пижара как раз через часик подойдет. Нундазух. В общем, друзья мои, я буду сейчас... Ну, не сейчас, а за кадром попробую все-таки. А что за гибрид здесь? А, монолофозавр. У меня такого нет, ребят, вообще. Пока. Или я его просто не узнаю. Территорию еще расширить как-то надо. Но все равно, считаю, нормально. Мы сегодня поборолись, подрались, попытались. Здесь, по крайней мере, все прошел. Я попозже попробую пройти уже все-таки. Мне нужно тут получить этот пак. Пускай тут, конечно, не такие уж супер-пупер редкие динозавры, но они мне нужны. Они мне нужны. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.